Купаж ароматного ройбуша и зеленого чая с лепестками гибискуса, календулы, кусочков имбиря, яблока, ревеня, плодов ванили, рожкового дерева и ягод земляники. Композиция имеет неповторимый аромат земляники со сливками. Издавна ройбуш считают кладезем таких микроэлементов, как железо, калий, цинк, магний и кальций. Несмотря на замечательный тонизирующий эффект, чай ройбуш не имеет ничего общего с традиционным чайным или кофейным напитком. Официальное растение относится к семейству бобовых. Родом оно из Африки. Европейцы познакомились с этим растением 3 столетия назад. Первыми ройбуш купить смогли жители Голландии. Его привозили из африканских колоний. Напиток ройбуш был сладковатым, без сахара. Он не портил зубы и нравился детям. Настой завоевал популярность благодаря способности придавать силы. Напиток стоит заваривать от 5 до 7 минут при температуре воды 90 градусов Цельсия. Потребуется 1 чайная ложка заварки на 150 миллилитров воды.